Всем привет! Я снова на океане. До начала сезона на весеннюю чевычу остался еще примерно где-то месяц. Поэтому особой рыбалки на реках нету. Или нет, как моя жена меня все время поправляет. Я приехал снова на океан набрать мидий и морских уточек. Те, кто подписан на мой канал, уже видели видео с одного места, куда я сейчас пойду. Там растут очень большие мидии и довольно-таки крупные уточки. Сегодня отрицательный отлив. До нижней точки осталось еще минут 40, наверное. Пока дойду, как раз, наверное, будет уже довольно-таки легко подступиться к тем камням, где я буду собирать эти мидии. Вот здесь такое красивое место. Я пойду вон к тем дальним камням. Я не знаю, отсюда вам видно или нет, но когда подойду, я еще поближе сниму. Друзья, ну вот я достиг своей цели. Вот здесь вот эти камни, где растут большие очень mussels. Ну вот для сравнения, вот размер ракушек, которые я обычно собираю. Вот видите, моя рука, и вот такие мидии. То есть они средние. Вот. А теперь я подведу вас к тому месту, где растут гигантские мидии. Вот здесь морская звезда прицепилась к камню. Идем дальше. Вот здесь такие anemones живут. Теперь идем еще дальше. Ну, а вот и камень, на котором растут гиганты. Так, волна подходит. Не замочиться бы. А вот теперь, ребят, посмотрите вот на это дело. То есть вот они какие. Висят гроздьями. Огромнейшие, огромнейшие мидии. Вон и сколько здесь. Весь камень усыпан ими. Между ними растут уточки. Сейчас я тоже вас к ним подведу. Вот смотрите. Вот уточки морские. Они здесь довольно-таки крупные тоже по сравнению с теми другими местами, где растут мидии. Ну, мидии, конечно, здесь вообще огромнейшие. Но сюрприз вас будет ждать этим летом, где-то в июне, в июле, когда отливы будут самые низкие, вода еще будет ниже, где-то около метра. Я вас проведу вот тем дальним камнем, и там для вас будет настоящий сюрприз. Так что, надеюсь, кто еще не подписался, подпишется и будет ждать моих видео, когда я проберусь туда. Посмотрите, сколько уточек, ребят. Вот они. Моя цель сегодня взять немного меди, немного уточек и приготовить их. Я не знаю, сегодня я успею приготовить или нет, но потому что приеду уже вечером. Но в любом случае наберу воды морской, поставлю в холодильник, и до завтрашнего утра они протянут у меня без проблем. Вот какие уточки, смотрите. Ладно, буду набирать.
Так, ну вот, друзья, смотрите, какие огромные они. Вот, смотрите, моя рука. И вот такая вот мидия. Очень большие. Борода у них, конечно, очень крепкая. Придется с помощью стамесочки этой и руками выкручивать их вот так вот. Вот. Смотрите, вот это размерчик, да, ребята? Огромные какие, мясистые. Одна. Так, где еще взять? Сложно к ним подцепиться. А вот еще. Ну, о бороде я особо не волнуюсь. Это все можно будет потом убрать, когда буду их готовить. Вот такие гигантские, ребят, просто. Вон уже 5 штучек, а места уже занимает много. Прямо как грозди винограда висят здесь. Еще, пожалуйста. Ладно, буду продолжать собирать. Как наберу мидий, займусь сбором уточек. Вот, ребят, смотри, размер какой. Друзья, вот набрал почти полный кулер. Вот еще раз хочу показать размер этих мидий гигантских. Сейчас немного запыхался, 5-минутный перерыв, и буду собирать уточки. Вот, ребят, смотрите, ворсть уточек. Ну все, вышел на сухое место. Вот там, на тех камнях я добывал их. И вот мой сегодняшний урожай, еще раз вам покажу. Чуть не упал кулер-то у меня. Вот морские уточки и мидии. Красота. Ладно, поеду домой, пока не стемнело. Наступило следующее утро. Я достал
кулер из холодильника. Вчера я залил мидии суточками морской водой. Так они всю ночь простояли. С ними совершенно ничего не произойдет. И сейчас я буду заниматься вот этим урожаем. Ребят, как я готовлю морские уточки? Во-первых, это у нас морская вода, которая вот-вот закипела. Я бросаю туда листик лаврушки для аромата. Морские уточки я слегка промыл от всякой воды, вернее от песка, от грязи. Как морская уточка вообще, что это такое? Вот это такое существо. Вот это у нее типа головы. Вот если так нажать, отсюда вылезают такие как бы... Не щупальца, что ли? Ну, что-то типа щупалец. Этим она захватывает, когда в воде внутри планктончик, всякие микроэлементы, переваривает. Это ее тельце. Здесь, естественно, еще попадает немножко песка вот в этом месте. То есть уточка естся вот где-то вот, начиная вот отсюда и в эту сторону. То есть, когда она сварится, кожа отойдет от мясной части. Ее можно будет вот таким проворотом повернуть и стащить как чулок. И все остальное можно есть вот примерно до этого места. Хорошо, вода у нас закипела. Уточки вывариваются. И мы варим их буквально 1,5 минуты, чтобы они прокипели в кипящей воде. После этого мы их бросим в холодную воду. Так как если не остановить процесс готовки, то мясо у них будет жестковато. Сейчас закипит, пройдет 1,5 минуты, я их откину вот в эту чашку, и можно будет приступать кушать где-то минут через 5. Ребят, прошло 1,5 минуты, наши удочки готовы. Я их снимаю с огня и перекладываю в холодную воду, чтобы они перестали готовиться, охладились. Так называемое альденте, наверное. Вот так вот. Они здесь полежат, остынут немного, минуты 3-4, и их можно будет кушать. Такой нюанс. У них песок как находится как вот в этом месте, так и немножко вот в этом. Поэтому я беру ножницы, кончик отрезаю нижний с песочком и отрезаю верхнюю часть как бы той самой головы. После этого можно просто... Не откручивать кожу, а просто ее разрезать и вытащить мясную часть. Вот та часть, которую можно есть. Иногда, когда просто выкручиваешь, сок разлетается по всей квартире, поэтому лучше просто обрезать. Если на улице ешь, то можно, конечно, об этом не заботиться, просто откручивать им голову. А так лучше резать. Очень вкусно, как раки. Недаром их считают огромным деликатесом в Португалии, в Испании. Кстати, недавно смотрел передачу «20 самых дорогих блюд в мире». Вот эти вот уточки входили в эту двадцатку. Ладно, а сейчас еще несколько штучек съем и буду заниматься мидиями. Так, ну начинаю готовить мидии. Сначала налью в кастрюлю большую, которая без покрытия, иначе они поцарапаются, немного воды. Вот так вот. Поставлю на газ и доведу до кипячения. Как вода закипит, я брошу мидии. И когда они откроются под паром, то я их сразу буду доставать и класть в холодную воду, чтобы они не переготовились. Ребят, пока у нас вода закипает, я ради интереса хочу просто замер мидии сделать. Вот у нас линейка в сантиметрах. Вот где-то до сюда. То есть 20 сантиметров длины у этой ракушки. Вот такие вот гигантики. Так, вода в кастрюле закипела. И начинаем перекладывать мидии.
Все, конечно, за раз мне не удастся положить. Сделать придется делать частично. Наверное, раза 3 или 4 он займет, чтобы все открыть. Ну, пока столько. Накрываем снова крышкой. И как только они будут раскрываться, я буду перекладывать в холодную воду, которую я налью в раковину. Окей, часть ракушек уже начала открываться. Вот это открыто. Вот это открыто. Это тоже приоткрылось. Они сильно не раскрываются, эти большие, но уже видно, что когда трещина образовалась, смотрите, на это, оказывается, морская звезда была небольшая. Ну, извини, дорогая. Так, и перекладываем в холодную воду, чтобы они перестали готовиться. И также продолжаем остатки вынимать. Так, это уже тоже из нее водичка течет. Эту воду я ни в коем случае сливать не буду потом. Она нам пригодится в супе после того, как я ее пропущу через кофейный фильтр. Ну, заняло где-то минуты, наверное, 3,5, чтобы они стали открываться. Вот так. И сейчас в это время положу вторую порцию. А эти пускай охлаждаются. Ну, в общем, процесс понятен. Друзья, ну вот все наши сварившиеся, открывшиеся мидии. Кстати, иногда, если я вдруг вместо мидии произношу слово «muscles», то «muscles» это по-английски, так мидии называются. Ну и пересту берем. Я эту немножко уже приоткрыл, потому что они довольно-таки сложно открываются. Все равно приходится, надо даже использовать какой-то широкий нож. Но тем не менее, это я подготовил, просто чтобы показать вам, что тут произошло. Вот такая вот мидия, вот такого размера. Сейчас я их все достану, а потом почищу и промою еще разочек. Та вода, в которой они парились, я ее ни в коем случае сливать не буду. Я ее процежу через кофейный фильтр, чтобы избавиться от всякого песочка, всяких камушков, ракушек мелких. И часть той воды я использую для бульона. Вот, я достал все мидии из ракушек. И теперь то, что осталось сделать с ними, это отрезать все ненужные части. То есть вот эта борода у них вот такая, это тем, чем они крепятся к камням. Я ее отрезаю. Теперь вот здесь вот у нас такой мешочек, он здесь немножко лопнул. Но вот здесь вот сейчас вы увидите, находится вся вот эта вот коричневая, зеленовато-темная бяка, которые это кишки их. То есть это тоже не надо. И здесь такой хрящик, чем цепляется она за ракушку изнутри. Я его тоже не буду есть, слишком жесткий. И обычно у мелких и средних мидий я вот эти губы, вот эти вот, я их оставляю. Но так как здесь они такие большие, и они немножко такие жующиеся, я их просто обрезаю вот так вот и оставляю вот такие бляшечки. Их будет 2 с каждой стороны. Вот такие. Вот это самая вкусная часть. Кладу в тарелку. Но вот эти губы я выбрасывать не буду. Хоть они и жестковаты, я их использую, заморожу и использую в будущем как наживку, чтобы ловить прибойного морского окуня. Они очень хорошо держатся на крючках. Поэтому это очень хорошая наживка. Откладываю в сторону. И вот 2 такие бляшечки. Иногда я их проверяю, потому что иногда попадается жемчуг. Я вот так вот как бы провожусь. Если крупные какие-то дробинки чувствуются, горошинки, то значит, это жемчуг, его надо достать. Не в плане того, чтобы делать из них какие-то украшения, а просто, если жемчуг на зубы попадется, то не очень приятно. Хорошо, вот этот процесс сейчас закончу. Почищу все мидии. И уже начну готовить наше сегодняшнее блюдо.
Прошло где-то полчаса. Наше мясо мидий готово. Вот этот чистый протеин здесь. Чем-то даже напоминает, по-моему, икру морских ежиков. А это то, что я буду использовать для рыбалки на морскую рыбу, на прибойного окуня. Так, ну вот красота какая. Тут приличное количество чистого мяса. Все разного цвета, как видите, оттенков, но это ничего, это так и должно быть. Сейчас я буду подготавливать другие ингредиенты. Так, в первую очередь мы процедим ту воду, в которых наши мидии парились. Процедим через кофейный фильтр. Много нам ее не понадобится, но часть добавим в общий бульон для того, чтобы это придало замечательный аромат и привкус наших свежих мидий. Пускай он сейчас отстаивается, вернее, сливается, а приступим к другому. Вот наши сегодняшние ингредиенты. Естественно, самый главный ингредиент – наши мидии. А вот это называется lemongrass по-английски, по-русски это, по-моему, либо лимонник, либо лимонная трава. Это что-то напоминающее обыкновенный корень имбиря, маленькие помидорки, наш бульон, который вышел из наших мидий, немного оливкового масла, немного бульона куриного. К сожалению, свежего нет, есть только упаковки, но это хороший по качеству. Несколько перчинок острых, тоже, по-моему, тайских. Я их резать не буду, оброшу целиком так немножко, чтобы приострить. Листья базилика, лайм, скорее всего, добавлю, не 100%. Чеснок и лук-шалот. Приступаем. В первую очередь мы мелко режем лучок и чесночок. Я не знаю, как вы, ребят, но для меня, например, слишком много чеснока не бывает. Даем всему этому потомиться в маслице. Убавим огонь. Спешить нам некуда. Пускай все эти замечательные вкусы и запахи впитаются в масло. Вот так вот. Следующее я порежу лимонную траву и имбирь, корень имбиря. Следующее, пока наш лучок и чесночок готовятся, естественно, чеснок нельзя пережарить, чтобы он не покоричневел, иначе он будет горьким. Я в отдельной кастрюльке маленькой бросаю, положил, во-первых, бульон наш куриный и бросил туда имбирь и лимонную траву. Так как это добавляется только для запаха и вкуса, это не естся, потому что очень жесткое, поэтому я лучше сделаю в отдельной кастрюльке, а потом просто процежу бульончик, который накипел здесь, настоялся. А в основное наше блюдо. В это время чеснок уже почти дошел с лучком, осталось буквально 5 минут, я добавлю наши два бульончика, которые уже готовы, с нетерпением ждут, сидят, когда их надо бросить в основную сковородку. Я порезал помидорки пополам, не все. Оставшуюся половинку я потом добавлю, сначала одну часть, потом вторую. И разрезаю наши мидии пополам, потому что куски довольно-таки большие. И как бы в рот их большими кусками запихивать не так уж, мне кажется, будет интересно. Добавляем наши бульоны к луку и чесноку. Этот бульон, кстати, который из мидии, он уже солененький. Поэтому, я думаю, соль добавлять не надо. Вот, ну, я попробую потом. Если мало будет соли, то я добавлю еще, может быть, рыбьего соуса. Так, а это наш куриный бульончик. Я уже до конца здесь долью. То есть это будет как бы, даже можно есть как супчик, наверное, скорее всего. Если так много жидкости. Хлебушек макать, да и супчик. Я думаю, будет замечательно. Похлебочка такая. Вот так. Теперь наш другой бульон с лимонной травой и имбирем
уже готов. Я его просто сливаю вот так вот через сито, чтобы все эти твердые кусочки не попали вовнутрь. Иначе, когда их будешь кушать, они просто неприятно, когда попадаются. Вот так вот. И даем, чтобы вот этот бульончик немножечко потомился. Сейчас еще добавлю, у меня вот здесь нарезанные помидорки. Пускай они здесь тоже будут. И несколько стручков острого перца. Я его специально не порезал, потому что он дает только для того, чтобы дать немножко остроты. Если его съесть так кусочком, то это будет очень-очень остро. Поэтому ну, вот штучек 5-6 вот так вот добавлю. Поднимем огонь, пускай он начнет кипеть, пурлить. И потом останется дело за немногим. Вот прошло минут 15, наш бульончик кипит. Добавляем сок лайма. Бросаем вторую половину наших помидорок. Те уже мягкие стали, а эти будут иметь такую как бы немножко упругость. Добавляем листья базилика. Аромат уже стоит великолепный, ребята. Базилик, кстати, самая любимая травка моей супруги. Она просто пищит от него. Вот. И даем буквально 3-4, даже меньше, наверное, минутку-полторы. И потом добавляем уже наши мидии. Попробовал бульончик. Немножко он недосоленый. Я люблю посолонее, конечно. Поэтому добавлю немножко рыбного соуса. Немного он концентрированный, но достаточно, чтобы подсолить немножко. Ну и все. Выкладываем наши мидии. Этот сок, который они лежат немножко, после того, как я их порезал пополам, он добавит еще дополнительного, как говорится, flavor. Вот так вот. То есть мидии уже на 1/3, наверное, были приготовлены, когда они у меня на пару были. То есть, в принципе, если они сейчас у меня закипят, то я могу уже выключать, и блюдо будет готово. Ну что ж, друзья, наш суп закипел. Я его выключаю. И будем накладывать. Что еще хорошо используют вот эти бляшечки только от мидий, то, что они никогда не будут у вас переготовлены. Ну, естественно, в разумном смысле этого слова. И вот такой вот бульончик получился. Пахнет, ребята, вообще великолепно. Сейчас будем дегустировать. Если честно, я первый раз это делаю в своей жизни. Вот, но увидел рецепт, как бы, как это делается, и у меня очень загорелось попробовать. Ну что ж, будем дегустировать. Сначала я попробую бульончик. Такой нежный базилик придает замечательный такой аромат. Помакаем хлебушек. Просто великолепно, ребят. А теперь попробуем нашу мидию. Горячее еще, конечно, все. Вот я не знаю, видно вам или нет. Ребята, я даже не знаю, как это описать. Это такая вкуснотища. Это просто. А главное, мидии эти, они не жующиеся. Они вот только-только вот самая мякоть. Обалденно. Если бы, конечно, были маленькие мидии, то можно было бы целиком ее есть, но больших смысла нету, потому что очень много жестких частей, жевать, стоять тут как бы не хочется. А вот это нежное вот это мясо, прямо просто шикарно. Просто, ребят, это обалдеть. Очень хороший рецепт. Я его 100% буду повторять в будущем.
Ну ладно, всего хорошего. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Увидимся в скором будущем. Всем удачи. Пока.